В регионе активно развивается Мангистауская школа Кюя. Алия Карамухан, организовавшая духовный вечер под названием «Тысяча один Кюй», прославила произведение, которое постепенно забывается народом. Лекцию «Концерт из трех этапов» посетила и моя коллега. Занавес духовного вечера открыл произведение Картбая Халхаманула. Затем были исполнены Ногай Сазы, Сексен Бие, Ахжарма, Сайра Булбол, Ахжелен, Тора Жорганның Кагуа. Музыкант Алия Карамухан, который возглавил организацию культурного мероприятия, рассказала историю каждого произведения. Сторонники таких духовно-культурных вечеров, принявшие участие в лекции-концерте, говорят, что у мангистауских напевов своя уникальность. Лекция-концерт позерди. Лекторий, концерт, мероприятие, которое не часто проводится в нашей стране. Общая цель лекции, концерта не только исполнение произведения, но и рассказать историю ее зарождения, предоставить информацию об исполнителях. Сейчас среди музыкальных школ сформирована своя мангистауская музыкальная школа. Отмечается, что в нашем регионе свое особенное исполнение. На вечере Мангбырки также выступили студенты Мангистауского колледжа искусств. Вместе со своим учителем они исполнили множество кюев на народном двухструнном щипковом инструменте домбре. Прозвучали такие музыкальные труды Жейта Булбул, Ускамбай Халмамбетула, Урлеу, Мурат Ускамбайла, Науай, Дина Нурпейсовой и другие. Таким образом, прославляется искусство предков среди молодого поколения. Махам Машхур Мангистау дейтін бізде. У нас есть проект под названием «Махам Машхур Мангистау». В рамках этого проекта мы посетили многие районы и села, дали там концерты. В этом отношении Алия также вносит свой большой вклад. Примерно год назад мы провели вечер с только найденными произведениями Картпаята. Таким образом пропагандировали его творчество. На нем также выступал фольклорный ансамбль Ахжарма. Было найдено около 10 кюев, среди которых и труды Сахтабата. На концерте также прозвучали произведения современных композиторов. Все пришедшие на вечер получили прекрасное впечатление и наполнились духовной энергией. Айжан Сабитхазна, Айжан Спандиар Дидар.